Че, чуваки, спускаемся мы к заводу по производству знаменитого вьетнамского соуса рыбьего. Рыбного. Вот. Спускаемся от ручья Фей. И тут так случайно вот увидели. Открывается отличный вид на завод. Вот видите эти бочки. В этих бочках и томится анчоус или прочая сольная рыба такая маленькая на солнце. И постепенно тухнет, и постепенно капает с маленьким количеством соли в какие-то там, видимо, емкости вытекает. Вот, а потом собирается. Вот такой вот вьетнамский соус. А вон женщина ходит с ведром, черпает, наверное, и пьет. Ой, чуть не упал. Или она туда что-то добавляет, смотри, воды что ли? Бодяжество. А может просто соус в соус добавляется. Пока запаха, честно говоря, не чувствуется. Может быть, это уже какой-то, не знаю, чистоган. Хотя чистоган-то и пахнет как раз. Ветер не в нашу сторону. Ну реально, запаха вообще никакого нет. Сзади идет ай. Да. Ай, отвали, ее зовут. Это старая вьетнамская женщина, больная, боится змей. Я вот видел передачу, где показывали, там это делают в деревнях, в деревянных бочках, а здесь какие-то они глиняные, да, как будто, с пластиковыми крышками. А вот отсюда видно будет. А вот запашок есть, но легкий такой. Как раз это, видимо, чистый-чистый соус, ага. Слушай, во. Слушай, это уже такой чистый соус, реально. Ксюше очень нравится этот запах. Вот ее тропа смерти. Вот. Да. Слушай, а это что за колючки еще? Вот, здесь можно насладиться, короче, ребята, точно. Хотите насладиться настоящим вьетнамским запахом? Идите на ручей Фей по низу, а возвращайтесь через верх, через рыбный завод. Здесь такой аромат. Нет, мне, честно говоря, нравится. Не, без шуток, потому что я люблю рис с этим соусом, например. Они сюда лайм добавляют. Вот. И... Это часто пахнет носками. Да. Ну. А чьими носками? Чьи носки ты нюхал? Мои так вроде не пахли никогда. Так, нам, наверное, вдоль завода. Там собака. Наверное, не надо туда идти. Я предлагаю подняться наверх. Собака или петух? Мне кажется, петух все-таки. Ой, а я не знаю, как здесь выйти, слушай. Тут не знаю, как обойти. А, вот дорога есть. Вот так надо идти. Пойдем. Как бы нас этот маленький пес не съел. Все, мы вышли наконец-то на дорогу. Везде вот эти бочечки стоят. Слушай, прикольная экскурсия получилась в плане вот заводика, это необычно. Нашли мы его. Ну как заводик? Можно это назвать заводик? Это ферма, наверное, больше. Тонны есть, ребята. Не льда, как я заказывал, сейчас мы знаем, сколько он стоит. Прямо из Мурнея.